В традиционных соревнованиях, проводимых на протяжении нескольких лет, в первые дни ноября приняло участие 12 команд из Ленинска-Кузнецка и Полысаева, разделенных на три возрастные группы. В старшей 2004-2006 года рождения, где участвовало 5 коллективов, главные награды по итогам игр по круговой системе завоевали футболисты команды «Комсомолец» во главе с капитаном Андреем Анциферовым. Вторыми стали ребята команды «Горняк», капитан Никита Воробьев. И третье место досталось команде «Сибиряк», капитан команды Владислав Проскуряков. Средний для футболистов 2007 года рождения, где соревновались 4 команды, победили мальчишки из «Спартака». Капитан Руслан Шипагов. Немного не повезло юности. Капитан Егор Ельцов, ставший второй. И третья позиция у «Олимпика». Капитан Артем Григорьев. В соревнованиях самых молодых футболистов 2008 года рождения и младше было 3 команды. Бронзовыми наградами были награждены мальчишки команды «Малыш». Капитан Дмитрий Патраков. Серебро у команды «Комсомолец». Капитан Степан Анциферов. А золото у юности. Капитан Илья Козлов. По окончанию соревнований представительная делегация почетных гостей вручала награды не только командам-призерам, но и лучшим игрокам турнира. Среди отмеченных были нападающие Александр Вяткин, Дмитрий Николаев и Степан Анциферов. Защитники Никита Воробьев, Семен Рубцов и Сергей Антонов. Вратари Матвей Зюськин, Владислав Соломин и Илья Козлов. Лучшими игроками назвали Андрея Анциферова и Романа Вдовина. А вообще, по старой доброй традиции, в этот день без памятных подарков от организаторов соревнований не осталось. Остался никто. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.